Друзья, у вас есть куриная грудка, как и у меня? Так давайте вместе приготовим вкусные отбивные. А как они готовятся? Весь секрет именно в кляре. У меня целая грудка и также есть малая. Малую мы отделяем в сторону, а большую нарезаем вот таким вот образом, толщиной примерно в 1 сантиметр. Если вы хотите аккуратные отбивные, то нарезаем вот таким вот образом. Они потом получаются, ну, прям идеально красивые. Как в ресторане, друзья. Именно как в ресторане. Этот кусочек можно так и оставить, отбить. Эти сейчас покажу. Накрыл сверху пищевой пленкой, чтобы мясо не разлеталось по кухне. И с помощью молотка отбиваем мясо. С одной стороны отбили, переворачиваем и еще раз отобьем. Друзья, использую адыгейскую соль, которую готовлю сам. Рецепт есть уже на канале. Здесь есть и паприка, и чеснок, и черный перец, и перец чили. Вот так вот с одной стороны присаливаем, просто с одной стороны. Потом все кусочки переслаиваем друг на друга. И вот таким вот образом каждый кусочек ставим в одну стопочку. И оставляем где-то минимум на полчаса мариноваться. На порцию 2 куриные грудки я беру 2 яйца. И готовим наш вкусный идеальный кляр. Отправляю в миску 2 яйца. 2 столовые ложки сметаны. Немного добавляю перец чили, потому что люблю поострее. 4 столовые ложки муки. Перемешиваем. Вот такое вот у нас получилось тесто, но это очень густое, поэтому добавляем воду. Сначала добавляю 50 миллилитров воды, перемешиваем. И у нас должна консистенция получиться как жидкая сметана, но не сильно жидкая, ребят. Не сильно жидкая, поэтому с водой смотрим, чтобы не переборщили. В общем, 100 миллилитров воды будет, ребят, достаточно. Вот таким должно получиться тесто. Но обязательно также оставляем тесто на 5 минут. И после этого уже можно готовить наши вкусные отбивные. Отправляем мясо в наше жидкое тесто. Хорошо промакиваем. И на раскаленную сковородку с растительным маслом. Друзья, я единственное, что не посолил, так как у нас в маринаде в мясе соли достаточно. Очень классный кляр, друзья. В таком кляре не нужно много яиц, и получается он просто бомбический. Готовьте, радуйте родных и близких, получается максимально вкусно. Готовьте, друзья, они получаются максимально сочные и с легкой хрустинкой.